автомобили, которые заставляют ваше сердце биться чаще и дарят удовольствие. Все эти железные кони в нашей программе «Автоискусство». Здравствуйте, с вами Денис. Рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW M Twin Power Turbo, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач M Steptronic, система MX Drive, карбонокерамическая тормозная система. Все это в новом BMW M3 Competition 2021 года. Автомобили M BMW 3 серии сочетают в себе атлетичные пропорции и классический четырехдверный трехобъемный дизайн с фирменной спортивностью M. Возглавляет пару эффективных седанов BMW M3 Competition с феноменальными 510 лошадиными силами и 650 ньютон-метров крутящего момента. BMW M3 Competition наглядно демонстрирует, насколько близко к гоночному болиду может приблизиться BMW 3 серии. Самый мощный из всех автомобилей M BMW 3 серии оснащается высокопроизводительным 510-сильным рядом шестицилиндровым бензиновым двигателем BMW M Twin Power Turbo и многочисленными технологиями привода и ходовой части, позаимствованными из автоспорта. В сочетании с опциональной системой полного привода MX Drive с активным дифференциалом M он гарантирует уникальному спортивному седану фирменные высочайшие динамические характеристики M. Мощные пропорции и выраженный трехобъемный дизайн визуально подчеркивают атлетичность автомобиля. Эффективные элементы дизайна M, такие как рельефная карбоновая крыша или вытянутые пороги черного цвета, создают яркие гоночные акценты во внешнем облике автомобиля, а элементы отделки M в ориентированном на водителя салоне BMW M3 Competition придают ему элегантную спортивность. Рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW M Twin Power Turbo отличается великолепной отзывчивостью и характерным для двигателей M звуком. Два турбонагнетателя с одной улиткой каждый, непосредственный высокоточный впрыск, система бесступенчатой регулировки хода клапанов и фаз газораспределения обеспечивают выдающуюся динамику. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач M Steptronic с программой управления Drive Logic отличается многочисленными алгоритмами переключения, максимально динамичным, особенно комфортным, а также плавным и экономичным. Вы можете менять передачи вручную рычагом селектора передач или под рулевыми лепестками, или выбрать одно из трех автоматических программ управления Drive Logic. Система полного привода MX Drive с активным дифференциалом M гарантирует максимальное сцепление с дорожной поверхностью и высочайшую динамику как при повседневной эксплуатации, так и на гоночных трассах. Опциональная уникальная технология M сочетает в себе маневренность, характерную для заднеприводной компоновки, с устойчивостью, присущей полноприводным автомобилям. Вы можете выбрать один из трех режимов движения – 4WD, 4WD Sport и при отключенной DSC 2WD. Составная тормозная система M обеспечивает выдающееся замедление, исключительную стабильность и отличается меньшей массой благодаря использованию различных исключительно стойких материалов. Тормозные суппорты цвета глянцевый красный с логотипом M придают высокоэффективной тормозной системе выразительный спортивный вид. Карбонокерамическая тормозная система M – результат заимствования инновационных технологий из автоспорта. Она способствует сокращению массы автомобиля, что положительно сказывается на маневренности, динамике и разгоне. Эту систему легко узнать по карбонокерамическим тормозным дискам с золотисто-матовым суппортом с логотипом M. Особые свойства материала могут привести к появлению шумов при торможении, например, в случае длительной низкой нагрузки или в сырую погоду сразу после стоянки. Эти обусловленные конструкцией шумы могут быть устранены, если просушить тормозные диски торможением в сырую погоду или несколько раз сильно нажать педаль тормоза после длительной низкой нагрузки. Попадание влаги
и дорожной соли на тормозные механизмы может привести к тому, что эффективность тормозной системы будет находиться на уровне обычных тормозов. Снижение тормозной мощности может быть компенсировано увеличением давления на педаль тормоза. Выхлопная система M-Sport генерирует динамичный звук, который может изменяться с помощью управляющего клапана, встроенного в систему выпуска. В режиме Sport и Sport Plus, активируемых с помощью кнопки Setup, используется еще более интенсивный звук двигателя, в то время как в режиме, ориентированном на комфорт, звук становится более спокойным. Ключевым элементом передней части BMW M3 Competition является выразительная решетка радиатора M сдержанного дизайна, создающая эффект максимальной динамики. Решетка черного цвета впервые в истории бренда, выполненная в безрамочном дизайне, отличается фирменными двойными горизонтальными ламелями M и обеспечивает максимальный приток воздуха для охлаждения высокооборотистого силового агрегата M. Довершает атлетичный дизайн передней части узкие фары, сходящиеся к решетке радиатора, а также крупный центральный воздухозаборник трапециевидной формы. Черная карбоновая крыша и оптимизированные с точки зрения аэродинамики пороги, вдохновленные автоспортом, занижают автомобиль не только визуально, он действительно располагается еще ближе к дороге. Воздуховоду M с логотипом модели, эффективные кованые колесные диски M с основными тормозами M и наружные зеркала в фирменном дизайне M с основаниями в виде двух дуг расставляют дополнительные спортивные акценты. 1920M кованые диски Double Spoke, 825M Bicolor Ordered Grey, матовые, шлифованные с разноразмерными шинами. Передние диски 9.5J на 19, задние диски 10.5J на 20. Крыша из углепластика является составной частью концепции интеллектуальной облегченной конструкции BMW Intelligent Lightweight и способствует снижению массы и центра тяжести автомобиля. Это приводит к улучшению маневренности и динамики прохождения поворотов, разгона и торможения. Задняя часть BMW M3 Competition гармонично продолжает спортивный и динамичный дизайн боковых частей автомобиля. Широкая колея особой ходовой части M в сочетании с мускулистыми колесными арками создает внушительный образ, намекающий на гоночные амбиции модели. А две пары фирменных выхлопных патрубков M с черной хромированной отделкой, элегантная спойлерная кромка цвета, глянцевый черный, подчеркивают эксклюзивный характер спортивного седана. Сиденья M-Sport с различными возможностями регулировки напоминают по своей форме гоночные ковши и имеют частично интегрированные подголовники. Сиденья обеспечивают вам, переднему пассажиру, прекрасную боковую поддержку. Кроме того, можно индивидуально регулировать ширину спинки. Особый внешний вид с подсвечиваемым логотипом M3 подчеркивает спортивный характер автомобиля. Кожаное рулевое колесо M с эргономичными упорами для больших пальцев создает непревзойденное впечатление спортивности и полного контроля над дорогой. Встроенная мультифункция позволяет управлять различными мультимедийными вспомогательными системами. Красные кнопки M1, M2 можно использовать для активации одной из двух индивидуальных конфигураций M-Drive. Специальная приборная панель обеспечивает особенно точное и четкое отображение данных в режимах Sport и Track. Это позволяет всегда, в том числе и на гоночной трассе, контролировать такие параметры, как давление наддува или давление в шинах, а также их температуру. Управление и конфигурирование выполняется с использованием кнопки M-Mode. Красная кнопка Start-Stop позволяет запускать двигатель без использования ключа после отпирания дверей автомобиля. С помощью этой кнопки можно также выключить двигатель. Автомобильный ключ распознается системой автоматически, его не нужно вставлять в замок. Цифровой ключ BMW Digital Key позволяет не только отпирать и запирать автомобиль при помощи смартфона, но и запускать двигатель. Вы также можете передать возможность использования вашего BMW 5 различным людям, совместимыми смартфонами Apple iPhone. При этом максимальная мощность двигателя и скорость движения для тех или иных водителей могут быть ограничены.
например, при небольшом водительском стаже. Телефония с возможностью беспроводной зарядки включает в себя док-станцию и второй микрофон, позволяющий повысить качество громкой связи как для водителя, так и для переднего пассажира. Антенна с усилителем, установленная на крыше, обеспечивает оптимальный прием сигнала мобильной связи. С помощью системы Bluetooth можно одновременно подключать два мобильных телефона и аудиоплеер. Трек-день или незапланированная дрифт-сессия? Система M-Drive Professional станет идеальным спутником в каждой поездке, сопряженной с повышенными дозами адреналина. Функции M-Lap Timer и M-Drift Analyzer помогут вам добиться оптимального времени прохождения трассы или идеальных углов скольжения, в то время как M-режим Track и 10-ступенчатая система контроля тяги позволят настроить характеристики автомобиля в полном соответствии с индивидуальными предпочтениями. Ассистент вождения Professional обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность как в условиях монотонного движения, так и в критических дорожных ситуациях. Ассистент парковки Plus упрощает маневрирование автомобиля при парковке. В него входят система кругового обзора, включая вид сверху, панорамный вид и дистанционный 3D-обзор, а также система помощи при перпендикулярной парковке, активная сигнализация аварийного сближения, функция экстренного торможения, ассистент параллельной и перпендикулярной парковки и ассистент движения задним ходом. С вами была программа «АвтоАрт». Спасибо за просмотр. До свидания.